Давай приготовим безумно вкусный меренговый рулет. Белки отделяют желтков, делай это аккуратно. Белки взбивай с сахаром, солью и добавляй сок лимона. Белки взбивай до устойчивых пиков. Как меняется консистенция белков, я показываю на видео. Готовую массу перекладывай в кондитерский мешок либо пакет и переноси на пекарскую бумагу. Отправляй меренгу в духовку. Готовая меренга будет лопаться с хрустом. Готовим крем. Холодные сливки взбивай с сахарной пудрой и добавляй творожный сыр. Консистенция крема у тебя должна получиться именно такой. Самое главное, не перебей. На остывшую меренгу клади лист бумаги и переворачивай. Наноси крем, выкладывай начинку, у меня это банан и клубника, и заворачивай наш рулет. Готовому рулету дай постоять в холодильнике несколько часов. Подавай с чашечкой чая или кофе. Приятного аппетита!